Итак, всем привет, дорогие зрители и гости моего канала. С вами, как всегда, я, модератор. Сегодня мы будем заниматься с вами окопными такими вот этими окопными такими вот вещами. Это, давайте, ребят, это будет у нас блиндаж. И давайте, ребят, наберем с вами 5 лайков. 5 лайков, и тогда мы продолжим еще что-нибудь копать. Я ничего такого ценного не откапывал. Вот, также у нас здесь вот это вот окопа. Я предлагаю, ребята, выбрать там все оттуда. Там могут быть битые стекла, битые бутылки всякие, банки всякие там валяются, блядь, из какого-то там под пива. Пьяница. В общем, я сейчас принесу, наверное, вот эту вот крышу. И эта крыша у нас будет здесь. Да, вот здесь вот у нас будет крыша. Такая вот окопа. Сейчас мы... Ну, нам надо еще, ребят, снять каску, чтобы было куда удобнее. Также вот обзор на каску. Она немецкая, да, это Штальхельм СС. То есть он черный. Хорошая железная сталь. То есть, да, хорошая сталь. Сейчас нам надо будет, ребята, принести... эту вот железную древесинку. Блин, ладно, не будем носить. Да, не будем носить. Сегодня будем заниматься здесь раскопками. Ну, не раскопками, а этими вот самыми, как они, окопами. Аккуратненько ложим каску. Вот, она у нас будет подслуживать как... Не знаю, куда ее можно поставить. Ну, и, наверное... Здесь где-нибудь поставлю. Вот так. Так. Ну, по идее, вот так вот у нас все выглядит. Сейчас будем заниматься окопами. Только давайте, чтобы меня было видно полностью, мое лицо. Я, наверное, туда. Блин, вам же не будет вам видно, как я буду копать копы, блин. Об этом я, ребята, не подумал так сильно. Короче, я не знаю, куда ее ставить, эту касочку. Ну, наверное, вот так вот. Ну, как-то так. Так, я беру лопату, и мы копаем. Так сказать, начинаем копать. Надо тут все. Так, я, наверное, сниму эту куртку. Блин, она мне мешает. Мешает, так сказать, мешает. Чё там? Опять. Бомжи, блядь, всякие. Наркоман. У нас будет крыша. Там еще надо, да, равнять? Да, ребят? Оп. На крышу все ложим сейчас.
Эту каску мне завтра возвращать надо. Я ее одолжил одного человека на некоторое время, чтобы вам показать потом обзор. В принципе, обзор вам показал на каску. Здесь завтра надо будет, ребят, нам возвращать эту касочку, мою любимую, которую я всегда хотел. Накопи, блин, накопи денег 150 евро, потом только покупай. Это каска не Василия. Это каска тому человеку. То есть, ребят, эта каска, эту каску принес один человек Василию и говорит: мне нужны деньги, если кто ее купит, передай мне, пожалуйста, денег. Была бы его каска, было бы другое дело. Но нам надо выбирать там, блядь, все оттуда. Топорик бы, блин, еще где-нибудь купить, чтобы, блядь, все эти нахуй корни вырубать. А, кстати, лопата хорошая, ребят. Лопата, ребят, у нас хорошая, корни у нас все вырубает. Сверху надо все выбирать. Да, ребят? Снизу вот. Где мы? Где блиндаж? Этот весь песок надо убирать, чтобы он... То есть мы убираем песок и ложим его на крышу. Тем самым будет послуживать нам парням иногда. Оп. Я вам потом, ребят, все покажу, как все однозначно это у нас все выглядит. Здесь я хочу сделать, чтобы можно было отсюда вот отстреливаться. Так что тут мы тоже убираем. Потому что я хочу сделать так, чтобы здесь был типа пулеметчик. Пулеметчика место было, чтобы он мог отстреливаться от... Думаете, знаете, от кого? Правильно, ребят. От врага. От врага. Оп. Сколько у нас там? А, еще нормально, ребят. На одно место не надо ложить. Будем так. Чтоб у нас щели все закрывало, чтоб еще, ребят, дождь, не дай бог, бы еще пошел. Было бы, блин, печально, если дождь еще пойдет. Но у нас есть блиндаж, ребят. Можем легко и напросто, просто спрятаться и укрыться. Так. Надо сделать, чтобы можно было здесь что-нибудь положить. Типа наподобие, внизу будет полочка такая. Сверху у нас полочка будет. Чтобы можно было что-то, ребята, туда положить. Правильно? Правильно. Ну, телефон, не знаю, там положить хоть как-то. Каким-то образом. Мне не нравится, ребят, то, что там, блин, песок и всякая эта херня.
Так что не хочу, чтобы тут был у нас, понятное дело, песок. Хотя можем разгладить здесь. Растоптать. Нет, все это дело. Ну вот. Другое дело, ребят, сейчас я вам покажу, как выглядит внутри. Вот так вот у нас выглядит внутри. Здесь полочка, ну, допустим, пусть будет полочка. Здесь такие вот окошки, чтобы можно было наблюдать за врагом, идет он там или нет. Ну, надеюсь, вам нравится. И смотрите, как будет выглядеть, если мы положим еще каску. Допустим, пусть она как-то вот так вот у нас она была. Сейчас только мы отойдем подальше. О, как! Ну, пишите в комментариях, оцениваем, ребят, от 1 до 10. Оцениваем, это от 1 до 10. Песка много, надо почистить будет касочку. Почистить надо, ребят, будет ее. Что не хочу, чтобы она была грязная. Мне еще завтра ее отдавать. Я не хочу ее, чтобы она была какой-то грязи, каким-то песком, блин, поганым. Ну, я думаю, продолжить тут немножко. Так, я хочу выбрать сверху слои. Чтобы не мешало там тоже, правильно? Наверх, на крышу положу. Мне, блин, этот Артур, блин, говорит, что это какая-то немецкая, этот... бомба. Он больной придурок. Это не бомба. Это были здесь старые железные старые качели. И их снесли. Уже давно. Так. Пойдем, наверное, внутрь залезем. Я хочу немного попить воды. Пойдемте, ребят. А внутри покажу вам там все остальное. О, прикольно, ребят, я вам сразу говорю, это реально, блин, смотрите, мне нравится. Вон, видите, можно даже вон оттуда посмотреть, что у нас там творится. Сразу говорю, это я делал, не знаю, 2-3 дня как минимум. Мне все это, ребят, блин, 2-3 дня заняло, чтобы на это все построить. Ой, аккуратно. Мне это заняло 2-3 дня. Наверное, каску верну. Ой, не верну, блин, себе. Да, в окоп вот закину. Блин, я окопа не буду ложить каску, потому что ее кто-то может украсть. И все. Ни каски нету, и Василия, который мне должен отдать. Пойдем вовнутрь. Опа. Опа. Ох. Настоящий немец. Хендехох. Айнсвайн, драйн, полицайн. Драйн, ферн, бригадир. Хендехох, хендехох. Что там, ребят, дальше? Я забыл. Попьем воды. Такая вот хуйнёшка. В окопе откопал. Тут. Именно, ребят, в этой яме я откопал эту херню. Но это было давно, я не знаю, когда каска настоящего немца. Блин, прикольная каска, мне нравится. Но мне ее завтра давать, так что...
Сегодня последний день для того, чтобы вам показать ее. Погнали, блядь. За здоровье. Хорошая вода. Хочешь попить? Сейчас налью тебе. Блин, ребят, мне нравится то, что как выглядит. Но вообще, вам, надеюсь, понравилось. С вас 5 лайков, и мы пойдем продолжать копать вот эту вот линию фронта. Ну, эту, где ползком надо только ползти. Ползешь ползком, прибираешься сразу к блиндаж. Только надо еще одну такую доску, две еще таких доски найти где-нибудь. И уже построить реально блиндаж. Хотя это займет очень много времени на все это. Но, ребята, это займет на протяжении 2 недели, 4-3 недели точно займет на это все. У меня, блин, ребят, вообще должно быть... Не должно быть у меня вообще этого, блин... что там у меня? Типа у меня... Якобы, типа, у меня ковид. Хотя, ребят, нет. У меня нету никакого ковида. И я могу смело ехать завтра в Разыкно. Ладно, ребят. Спасибо вам большое. Auf Wiedersehen.